Большой дядя. Все, 33 года, Валя. Все, грешить больше нельзя. Так я и так не грешил. Да. На вот тебе. С наступающим днем рождения. От нас всех. Ты говоришь, что ты худи мне свое подаришь мне. Это, наверное, должен быть как раз тепленькое. Прикольно? С горлом. Ты же любишь с горлом, чтобы не поддувало. О, тебе идет такой цвет, кстати. Под лицо, все к лицу, да? И та еще. Я не знаю, нужен тебе такой набор, не нужен тебе такой набор. Это какая-то штука вот такая вот. Ну вот это. Тебе такого надо было? Да, такой. Чё? Такой. Не стрёмный? А? Нет, хорошего, он же, видишь, все тут есть. Ну, открой. Лучше. Сейчас пока не буду открывать, кушать хочу сильно. Вещи давай померю. Ну да, ну а что, в одну не будешь открывать, но там же недолго. Потом давай. Открою, я кофту хочу же. Кофту сейчас иду. Это классно. Ну вообще, тебе идет. Удобно? Нет, она теплая. Я тебе дал ее на день рождения. А, это мне, на Новый год ближайший. А что я одевал 2-3 раза тебе как? Ну да, у меня тоже такая же. Не, вот это лучше намного. Классно. Мне там маленькую спину, а вот это и вообще. Я вообще в ней могу только ходить. Да. Капюшон еще. Ну и капюшон считаю удобным. Смотри в зеркало. Тебе идет, светать. Кстати. Сейчас свет надо включить. А я так вижу, что вот он вообще классный и теплый, считай. Ну. Все на зиму одет, считай. На зиму одет. Прикольно? Ну он тебе идет, ну. Как считаешь, я вообще люблю. Ну ты согни. Зачем я так буду мне? Шею чтоб не думал вот так. Ну. Вот такой же классный, считай. Видишь, вот. Как раз. Вот. Уже можно одевать, да? Да. Ну я специально, чтобы да. Под брюки. Не, вот шея не ништяк. Ну. Это вообще классно. О, вообще огонь. Тебе этот цвет, кстати, идет? Да? Ну. Я штаны хотела. А вот. Штаны посмотрела, не знаю, не могу я выбрать вообще штаны. Красиво. А вот это прикольно, да? Ну, и худи прикольно. Ну, то, что вот это и с брюками, и с джинсами совсем, короче, подойдет. Ну, и теплый на зиму, считай. Ну, она такая тепленькая. Мне цвет понравился. Теплый, такой теплый, цвет прикольный. Чувствую, он такой и не бежевый, еще. И думаю, и тебе подойдет. Спасибо, да, я сейчас. Ага, пожалуйста. Надо убрать сразу. Тут насколько здоров, что получается, да? Ну, вот это я не знаю, какой нет. Даже они же как идут оверсайз, типа, можно это Элка. Ну, и это, по-моему, Элка. Нет, вот чем это? Ну, та, да. Ну, та еще села вот эта. Чего я считаю, сколько раз? А та чуть побольше, ну. Желька. Привет, всем привет. Уже 27 сентября. Сегодня у нас у папы день рождения. Папу поздравила, кстати. Ну, сегодня же у папы день рождения, не вчера. Вчера мы его просто подарили подарки. Лиза подарила на листочке сердечки, да? Сегодня у нашего папы день рождения, ему 33 года, все. Возраст Христа. Грешить больше нельзя. Отмечать мы не будем, так, чай с тортиком попьем и все. Потому что, во-первых, вторник. Во-вторых, кредит. И все. И достаточно. Нет, да, как-то Валера говорит, и не хочется ему в этом году, поэтому уже просто посидим. А завтра у нас Элизочка куда пойдет? В садик. В садик пойдет Элиза у нас. Ты хочешь? Да. Да, пойдет Элиза в садик, да, утром мама ее разбудит, да? Да? Да. В общем, Элиза хочет у нас детский садик. Посмотрим, что там будет впереди.
Чем я сегодня занимаюсь? Я сегодня убираюсь, мне сегодня надо полы мыть, мне надо сегодня гладить, покушать, есть, есть суп. Вчера я картошку потушила, вот то, что в начале видео было. Праздничного стола никакого не будет. Во-первых, у день рождения у моего мужа, во-первых, поляну накрывает он. Мне же никто поляну не накрывает. Вот. Ну, я и на свой день рождения люблю готовить. Я вообще не особо люблю готовить. Вы уже знаете, вы же меня давно меня смотрите, поэтому знаете. Есть что поесть, никого не приглашали, поэтому что нам тут отмечать? Тортик Валере тоже как бы по факту и нельзя. Но то, что дети, торт-то все равно придется покупать. Вот так вот. Сейчас Валера на работе, Настя в школе. Я сейчас пойду мыть полы. У меня тут на первом этаже Джамшут пропылесосил. Надо будет мыть и на втором этаже полы. В общем, у меня уборка. Что по погоде? Вчера был дождь, сегодня тоже дождик. Но иногда даже выглядывает солнышко. Но все сырое. Все сырое. Вот такая вот у нас погодка. Так хорошо сейчас выглядываешь в окошко. И даже нету этого, вот этих вот деревьев. Вон, сосед баньку топит. Почему вообще у меня видео перешло вот так с 26 на 27 сентября? Потому что мои нервы уже просто не выдерживают. Просто не выдерживают. Я не хотела говорить обо всем, но здесь такая ситуация. Это в Ижевске. Что вообще, блин, происходит, хочется сказать. Что вообще происходит? Безопасность. Где безопасность в школах? Ребенок, детей отправляешь в школу, и ты не знаешь, блин, что там сегодня произойдет. То какие-то буллинги, то какая-то фигня. Каждый день просыпаешься, и постоянно какая-то ерунда. Поэтому я вчера сидела, у меня не было вообще никакого настроения. То есть вот, что в начале ролика видели, вот максимум, что я могла записать. Вот Валера померил вот это, и все. И я просто, не хотела я ничего говорить. Я просто хотела помолчать. То ли закрыться в себе, чтобы вообще обдумать, принять все эти ситуации, произошедшие за последнюю даже неделю. В общем, я, конечно, возмущена, я недовольна, меня начинает напрягать вся эта ситуация, какое-то ощущение, как будто ты в безопасности, но не в безопасности. Вот как это вообще? Я не знаю. Вот так вот. Сейчас налила чай, хочу попить чаечек. Здесь я набрала букетик цветов. Так красиво на этой кухне смотрятся цветы вообще. Да и на любой кухне смотрятся красивые цветы, потому что цветы – красота. Это красота. Скоро зима. Буду Валеру просить, чтобы он мне дарил цветочки, хотя бы одну розочку, но чтобы она стояла на кухне. Не знаю. Почему-то вот живые цветы, вот такие вот, не живые, а вот именно в вазах, мне прям это, я прям кайфую. Мне нравится, нравится. Валер, ты понимаешь, что все, грешить больше тебе нельзя. Я не грешу никогда. Ты что, я сам чистый. Ангел, да? Почти. Человека. Что, теплый свитер? Да, теплый, и он не колется, ничего, мягкий такой. Ну, да. Мягкий и не стеклянный. Я уже всем похвастался. Всем похвастался. Свитер худи и набор. Вчера уже использовал. Ну, набор вчера использовал. Че, нормальный? Хороший, конечно. Даже не показал никому. Какой-то тулкит. Тулкит. Инструмент, два. В общем, у Валеры много вот этих вот головок, но я подумала, то, что они у него уже старые, старые, ржавые. Ну и это. Шестигранные же хорошие. Шесть гранных. Ну, в смысле, нормальное качество у этих вот? Ну да, да. Я же вчера проверил. Даже убит. Вот этих. Видишь, она не испортилась ничего, хотя я вчера такие выкручивал. В которых сточены грани. Видишь, а здесь ничего. И трещотку, которую давно хотел. Вот эта штука какая-то, да? Удобная, типа. Но это вот какие-нибудь труднодоступные места. Аж сгнувшись. Как раз ставишь головку, одел какую-нибудь, загнул как надо. И все. Пожалуйста. Чик. Закрутил. Ты говоришь, тебе еще большие надо, да? Да, для машины. Свечи, вот это все. Алюмасы. Трещотка большая, чтобы... Ну, это тоже хорошая же.
Это вот в машине все мелочь, все можно разобрать, считай. Здесь до 14 просто головки. А надо было большие, Валяр говорит. Нет, зачем? Ну это тоже хорошо, тебе-то все ржавые старые, я же тебе объяснял, что там да качество. Да смотри, у тебя уже все инструменты какие-то ржавые надо обновлять. Ну все, старые, конечно. Вот. А еще совдепские половины, я же оттирал, ты же видел. Антиржавчину, такие холодные, бензину. Да? На улице да. Лежат шерзиные. Ну, нужно здесь встать. Хромированные получается встать. Открыть, вон. Удлинители всякие, видишь тут? Воротки, удлинители. Отверточку, пожалуйста, с этой сразу уже. Угу. Там, все, огонь. И второй открыть. Да. Спасибо супруге. Все, денег экономим. Что ты торт будешь покупать? Да, да. Ну, я приглашаю тебя первого на день рождения в субботу. Первого я еду на день рождения. Если хочешь, приходи ко мне на день рождения. Первого я еду на юбилей. Выбирай. Ладно. Выбирай. С тобой я уже сколько раз юбилей отмечала? 25 отмечала, 30 отмечала с тобой. У меня же не юбилей. Ну, вот и я про то же говорю. Это священный возраст, святой. Кстати, сегодня праздник еще. День воспитателя, во-первых. Потом еще святой какой-то праздник. Наверное, Бог простил все твои согрешения. Вот, не простит, раз ты так говоришь. Было, я тоже говорю, много было. Но прошло. В смысле, не обязательно же там что, ну вот, не только я по 10 заповедей. Может, ты кого-то обидел, например, жену. Сам того не осознавая, жену. Да, чаще всего. Постоянно причем. Чаще получается. Всего, да. Не хочу. Ладно, прощаю я тебе. Прощаешься? Да. Потом не будешь, а потом я все не могу уже. Все. Уже, да? Смотри. Запрещено. Вот сейчас вкусняшки поедем. Папа тебя обижал, Лиза? Как? Ну, не знаю, вообще обижал. Да, сейчас приехал. А? Когда сейчас приехал. Нет, вообще, за всю твою жизнь. Обижал он тебя? Не знаю. Да, видишь, ребенок тебя простил уже. Потому что папа не обижал тебя, когда папа тебя обижал, да? Как? Ты же говорила, я на папу обиделась. Ну, это... Было? Он тебе телефон не давал. Обижалась на него? Нет, да? Видишь? Нет, видишь. Хороший папа, да? Хороший у тебя папа? Да. Тебе 4 годика, а мне 33 годика. 33 годика, нифига себе. Нифига себе этих годиков. Можешь, я вот эту брошу, да, сюда себе чуть-чуть? Тушенки маловато, да? Да. Да? Может, так, в прикуску. Я вчера попробовал, так вечером сел. Да? Угу. Чуть-чуть. Ну, она вешает. Холодная. Ну, прикольно с хлебом так. Угу. Че вообще вот этот цвет идет? Че как мне, походу, такой же. Может, похоже? Такие цвета идут. К лицу, все к лицу. И ты мерила, тебе идет, читали? Я тоже вчера померила Валерину. Я говорю, дай померю, хочу интересный цвет посмотреть. Я тут сижу, глажу, целый тазик погладила. Сейчас еще один. С Валерой проехали в Магнит. Косметик купили тут. Две вот таких вот раскраски. Надо было в детский садик. Сейчас тоже надо будет собрать папку. Все это подписать. Потому что вот такой вот Барби. Ну, в общем, Элиза хочет в детский садик. Линейка, точилка, цветные карандаши. В общем, радостная, счастливая. Сейчас, наверное, Валер, мы как только это... Я ее одену, там все сразу спать отправим, да? Ну, чтобы это. Чтобы, может, засыпала. К 10 уснула, ну. И вставать-то рано придется. Но. С непривычки тяжко. Но. Посмотрим. Валера там тоже тортик купил. Да? Че, Настя? Разбудишь меня утром? В садик тоже что? Нет. Зачем? Спи. Торт Наполеон. Купила вот такую вот маску попробовать.
понравилась упаковка. Упаковка классная. В пятерочке. Йогурт. Семечки сейчас буду. Дальше, в общем, я сидеть, гладить. Потом искупаю девчонок. И уже буду отправлять спать. Посмотрим, как у нас начнется этот детский садик. Сейчас, может быть, а ей, конечно, все это интересно. Все хорошо. Потому что столько канцелярских товаров купили. Всего-всего. В общем, посмотрим, поглядим, что будет у нас с Элизой, да? Будет ли она нам концерты устраивать или не будет. Но уже с ней разговариваю, говорю, все, больше так не получится, что ты будешь плакать, а мы тебя там в садик не водить там и так далее. В общем, поживем, увидим. Вот, про лайки, конечно же, не забывайте. Всех любим, целуем. Пока-пока.